Шалом. Всем известна поговорка «много знаешь, только не летаешь». Ее можно сказать с разными такими ударениями, с вопросительным знаком, с восклицательным. Но смысл какой? Человек хвастается тем, что он знает. Он действительно знает, он талантлив, все в нем заложено, но не летает. Почему не летает? Это можно использовать позитивно в нашей жизни. Для того, чтобы использовать эти знания, надо оторваться. Как птица. Взлететь над ситуацией, посмотреть сверху и сказать, все, я полетел. Я использую весь этот багаж, поднимаю его над собой и лечу. Я перелетный. Я сегодня здесь, завтра там. Я могу применить эти знания в любом месте, на любом континенте, с любыми языками. Я продвигаюсь вперед. Но для того, чтобы продвинуться, легче всего взлететь. Потому что если ты будешь идти по земле, ты будешь обходить, переходить, проползать. А тут взлетел и пошел. Нужно только захотеть. Шалом, шалом.